Ребятки, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании. И глядя на эту картинку, нам пишут, что осталось 6 дней, но мы-то видим, что на следующий день, уже завтра, мы получим дракона Эхо, которого я называю Чупакабра. То есть, я уже придумал ему это название очень давно, несколько месяцев назад, наверное. Так, у нас идет акция, мы к ней вернемся, давайте полюбуемся нашим таким няшным дракончиком-астронавтом. Он забавно так ходит, такой, у него лунные шаги такие в прыжку. Это у нас жилище имитирует низкую гравитацию, видимо. Так, что у нас сегодня? Давайте кого-то мы сегодня тоже прокачаем. Так, земля у нас еще растет. Кстати, вот комбинация кирпич плюс туземец, да, по-моему, туземец, не, прерия, прерия, не. Это у нас комбинация, ребятки, на леопарда, кирпич плюс туземец все-таки. И там было 16 часов, по-моему, у меня получилось. По-моему, эпики у нас же часов по 16, ну, по крайней мере, зеленый у нас 16 часов выводится. И леопард у меня тоже, по идее, будет 16, хотя не знаю, как там с колдовством, не помню, сколько времени он должен высиживаться. Но я надеюсь, что это он. Так, раз у нас все остальные заняты, давайте мы качнем мумию, ребятки. То есть у нас будет сейчас дракончик мумия. Так, он как там, Ибис, это древнегреческий бог, как там его зовут. Так, давайте сейчас мы немножко его покормим. Так, у нас стихии земля и тень. Анубис, точно. Ибис какой-то. Анубис. Да, по-моему, похож на Анубиса. Так, так, так. Ну да, дракончик мумия. На 10 уровне вот такие вот у него показатели. Как вам, ребятки, нравится такой дракончик? Смотрите, у него походу от крыльев ничего не осталось, только вот эта вот сама косточка. И тут намотаны вот эти вот пропитанные чем-то бинты. Некоторых мумий ребята мумифицировали с помощью меда. А вы знали, что перед тем, как из человека сделать мумию, из него вынимали все внутренние органы? Вот так вот поступали раньше. Давайте все-таки зайдем сейчас в день зеленых, а у нас еще, кроме того, когда сейчас идет как раз вот годовщина фильма «Парк юрского периода», да, 25-летие, и у нас день земли в «Легендах Дракономании». Так, я потратил уже больше 6 очков, чтобы это побыстрее вместе с вами можно было сделать. Так, так. Заполняем. Так, лампочка. Не надо нам лампочек. Так. Ну что ж. Росточек. Капелька. Яблочко. Ну, может, разрулим мы эту ситуацию? Надежда есть. У нас обновились два дракона. Так, вот лампочка, вот два росточка. Вот яблочко. Неплохо получилось. Так, ну вот здесь лампочки меня настораживают. Давайте посмотрим, что выпадет во втором. Ну, давайте просто обновим вот этого. Ну и все, лампочки нам не нужны. Заполняем. Яблочко, яблочко, яблочко. О, все три яблочка у нас разошлись, это круто. Так, ну так много яблочек мы не можем съесть. Так, капелька, домик. Капелька, домик. И дальше идет тоже капелька. Ладно, давайте капелька, домик, капелька. Яблочко, капелька. Капельки нам не нужны, яблочки не нужны, и капельки тоже не нужны. Ё-моё. Заполняем. Трам-пам-пам.
неправильно нам хотел подсказать. Нам нужно... Не туда было. У нас атака яблок. Вот, раз, два и три. Супер. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Семь. И снова нас атакуют яблоки. Так, давайте вот сюда. Давайте вот сюда. Лампочки. Лампочки у нас просто на расхват сейчас. Яблочко. Лампочка. Домик. Давайте, разбираем яблоки. Разбираем лампочки. Так, тупичок. Домик. Растение, домик. Так, капелька. Яблочко. Лампочка. Так, водичка нам не надо. Давайте сделаем вот так вот. Так, 95 драконов мы уже, ребятки, с вами насобирали. Довольно-таки неплохо. Ну и, пожалуй, на этом сейчас у нас... А, все, последнее было заполнение трубы. Но мы как раз нашего одного дракончика смогли себе заполучить. Так, яблочки никому не надо. Делаем вот так. Делаем вот так. О, и вот теперь точно... Последний. Ух, смотрите, как у нас удачно получается. Вот. Так, стоять. Лампочка. Капелька. Росточек. Ну, давайте, яблочко. Блин, нет, не получилось. Думал, чтобы закончить, уже было все по нулям. У нас осталось одно яблочко, но мы еще можем тоже, кстати, с вами вместе потратить. Всяко может быть. Моя позиция 7. Я столько... Ребята, я так много времени пропустил. Я за сегодняшний день 2 раза, наверное, заходил в игру. А вчера вечером пропустил и утром пропустил. В общем-то, жутко как-то тяжело у меня пошла эта акция. И явно я... Ну, не дотяну даже до смородинки. Максимум возьму павлина. Так, ну ладно. Разберемся. Будем решать проблемы постепенно. Так, что нам нужно? Дайте драконам еду. Давайте дадим кому-то еду. Выполним это наше задание. Исследовать руны. Кстати, насчет рун, да, точно, я вспомнил, ребята, у нас же есть невыполненное с вами задание с прошлой серии. Вот, нам нужно тут прокачать несколько дракончиков-то на 24 уровень. Так, так, так. И последний тоже нужен 24. Это у нас осень, да? И вот так вот больше 300 тысяч мы с вами взяли и потратили. Отправляйтесь на поиск. Шанс найти что-нибудь, непонятно что, 100%. Но это тоже хорошо. Так, не затерялся ли у меня здесь какой-то неведомый дракончик? Так, 6 уровень. А в жилищах пустоты у нас всего лишь... Подождите. А почему здесь по 2 дракона? А здесь 3. Это 5 уровень. И это 5 уровень. А, они ищут. Вижу, тут значок сундучка. Ух, то я уже испугался, думаю, что за... Глюк какой-то у нас получился. Так, дракончики света.
Блин, мне даже нету 2 миллиона нынче. Печалечка, может насобираем. Какие у нас здесь есть задания? Приласкать дракончика. Ну, давайте будем ласкать дракончика. Так, робоцып. Кто ему придумал такое название? Будем собирать денежку и ласкать дракончика. Ангелочек. Дал нам даже парочку кристальчиков. Астралист. Чем-то он мне шипика напоминает. Дракончик-фермер. И броненосец. Кстати, ребятки, на кого он похож? Вот он точно похож именно на броненосца. Есть такие животные, которые называются броненосец. Есть трехпоясый броненосец. Там, по-моему, 6 или 7 поясый броненосец. Есть еще панголины, но это именно броненосец. Такое есть животное. Питается, по-моему, насекомыми. Так, а вот и вот и наш шипик. Ну, правда ведь он похож на астралиста. Так, дракончик пряжа. Пряжезаврик или стегодракончик какой-то. Так, нет, золотая рыбка. Светорыбка, точнее. И таким образом мы очень весело и приятно выполнили наше задание. Так, металл, это пропускаем. Давайте заглянем-ка мы на нашу карту. Сможем ли мы там куда-то еще продвинуться? Так, 166-я остановка, дракончики 52-го уровня. Ну, давайте попробуем своими силами. Так, это Ледиус, гора, покрытая льдом и снегом. Хорошее название. Она считается покинутой с тех пор, как тираны были изгнаны из Драколандии. Так и должно быть впредь. Крепкие ребята. Так, какие у тебя стихии? Ладно, можно и так сделать. Блин, взял и подхилялся, да? Нехорошо получилось. Ус, кролик, ничего себе кролик выдал. Может, хоть заблокируем ему это умение? Да. Так, это нехорошо. Ну давай. Эх. Ну что ж. Хотя шанс был. Шанс был, давайте наймем кого-нибудь. Оу, 7, черт. Да, не так получилось. У меня же всего-то 7. То есть я нанять могу кого-то только на 6. А 6, по-моему, нам никак не поможет. Да, 6 это слишком мало. Почему на 6 никого нет? Эх, ну ладно. Ладно, давайте еще раз тогда попробуем. Блин, ну с одного удара это как-то обидно, что ли. А этот лечит. Вот гаденыш. Не, вот надо с этим разбираться как-то. Потому что это не дело. Он берет и всех лечит. Не, ну здесь нам, конечно, не повезло. Да, здесь, пожалуй, без VIP-статуса и без друга нам как-то тяжковато. Хотя, ну, они... ну, они примерно нашего уровня, наверное, 2-3 звезды, это как... сколько уровней? 6 уровней, 50... Ну, 50... Да, мне все-таки они помощнее будут нас, помощнее. Рановато. Рановато нам сюда соваться. Давайте заглянем в режим героя. Здесь пока что 50-й, и драконы обычные и эпические. Думаю, здесь мы
затащим. А первая вообще-то должна была у меня стоять осень. Ну, так вот, в общем-то, легко мы здесь справились. И на этом тогда, ребяточки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, ставим пальчик вверх. И до скорых встреч, всем пока.